пошли. Они бой ведут. Черт! Блокает. Нам надо на полчики. Ерунда. Мы должны оставаться здесь. Четверых. Парень совсем спятил. Черт возьми, напали на нас.
Через этот район. Здесь им придется сбросить скорость. Как только подойдут грузовики, мы сможем наверстать упущенное. Думаю, мы нагоним их где-то здесь. По данным, полученным от заблудившихся у старого брода, более... Погоди минутку. Что? Черт. Как ты сюда добрался? Не думал увидеть тебя здесь.
Вот так. Почти готово. Дай-ка мне портфель. Все здесь, отлично. Пригодятся. СНС и фронт все еще гоняются за гражданскими. Думают, сумеют всех перебить или затащить обратно. Теперь будут умирать только виновные. Я заложил динамит вон там, у выступа скалы. Детонационный шнур применить не получится. Один из нас должен будет подняться туда и подрубить взрыватели по аккумулятору. Обвал перегородит дорогу и не даст солдатам догнать беженцев. Ну и убьет беднягу, который его вызовет. То есть тебя или меня. Второй отвезет эти алмазы на границу, подкупит охрану, так что проблем с проходом не будет. Гражданские сегодня соберутся в лагерях до последнего засранца. Когда сделка будет завершена, этот человек, ты или я, прострелит себе голову. Я бы сделал все сам, вот только времени нет. Лучший вариант действий – продумать все сначала до конца. Каждая раковая клетка должна быть уничтожена, включая тебя и меня. И если не доведем дело до конца, все пойдет прахом. Фарс начнется сначала, как всегда. Так что выбираешь, алмазы или динамит? Решать тебе. Отличный пистолет. Никогда не клинит. Один выстрел, все, что тебе надо. Ты ведь на последней стадии, как и я. Но мы можем сами поставить точку. Что-то не так. Я? Здесь. Давай проверим. Будет открыт огонь без предупреждения.
черту! Пусть он пройдет. У меня были все основания пристрелить тебя на месте за то, что ты пронес сюда оружие. Желающие попасть в центр переселения обязаны пройти обыск. Любой, кто приблизится к периметру с оружием, будет считаться противником. Будет открыт огонь без предупреждения. Я не думаю, что ты расскажешь, кто стоит за всем этим. Я даже и не мечтал об этом. Скажи, что ты можешь для меня сделать? Ну, я думаю, мы теперь доберемся до убежища. Но ради тех, кто остался снаружи, я надеюсь, у тебя есть еще какие-нибудь идеи, помимо этого своего плана? Внимание, внимание! Все перед...